этапа, в отличие от главного класса, половины участники и категории мировой серии Рено не выступают в Монако, там едет только класс. Попытки у Даниила Квята есть запас по скорости для того, чтобы совершить улучшение. И вот сейчас уже пошла последняя минута этой коллекционной сессии. Те пилоты, которые ходят на быстрой дуге сейчас, это для них будут последние попытки, но тем временем Алексей Чуклин, еще один раздельный выступающий за команду Фартек Моторспорт сейчас. Роберто Морено перекрестил траекторию и вновь выходит вперед. Пытался повторить его маневр Кэллон Стукс, но Роберто Морено использовал весь свой громадный опыт, не позволил сопернику этого осуществить. И в итоге Роберто Морено все-таки отстоял свою пятую позицию в этой гонке. И что касается Жерара Лордони, то побывав на автозаправке, он сейчас возвращается обратно на трассу на 7-м месте. Но еще раз повторю, что Коста Кронель и... Моторспортик еще не останавливается. Streisand.